Всем приветик! Решила сегодня заснять уборку холодильника. Предновогодняя мотивация. Скоро поставим туда салатики всякие разные. Вот надо все это дело разобрать. Сделать красоту, чистоту, порядочность. Всех мотивирую перед Новым годом убрать холодильник и не только. Я уже начала, по-моему, такой вот контейнер. Там у нас лежат колбаски. Достала такую вот новую салфеточку. Такая вот универсальная, просто чисто. Сейчас откроем, будем вот это все протирать. Храню хлеб в холодильнике. О, это вкусненькие томаты в собственном соку. Ну что, открываем и смотрим, что за салфеточка. Немножко СМР. Не сложно одной рукой снимать и вскрывать упаковочку. Доставать эту тряпочку. Какая мягенькая на ощупь, нежненькая, пушистенькая, розовая. Так, а я тем временем уже достала полочку из холодильника, вот поставила ее, намылили. Полочки помыли практически все. Идем. Вот сам холодильник. Так, еще надо эти полочки разобрать. Ты штучку решила не снимать, потому что ее неудобно потом вставлять.
ящиком, блеском. Ну все, вот и готово все. Нужно затаривать холодильничек к Новому году. Холодильничек чистый снаружи и внутри. Красота. А у вас на холодильнике есть какие-нибудь магнитики, фотографии? Интересно, пишите.